Добрый день. Наклеечки. Тоже все это на заводе производится. Очень много моделей. Все, конечно, не вмещаются. Заказов, в принципе, много. Антимагниты без реакции на магнит. Есть также реверс. Это когда поль плюса магнита меняешь и восстанавливается. То есть он срабатывает, но восстанавливается. Большим спросом пользуются реверсы. Также вот и скачевые пломбы. То есть, ну, самое главное, что это на заводе все происходит. Это заводской оригинал потоковый. То есть со всеми антивандальными метками, со всеми, то есть вы отклеиваете и остается след ваш, именно вашей пломбы. Это не подделка, повторюсь, распечатанные какие-то, ну, любые антимагниты, любая, в принципе, наклеечка на заказ. Можно сделать копию, либо оригинал.